Кона на платформе РБК Games. Сегодня я хочу вам рассказать про аукцион, который находится в гильдии. Рассказать особо нечего, после убийства алтаря, или гейбоса, как его еще называют, появляется аукцион. На нем, в зависимости от уровня вашего босса, как видите, у нас максимально 6, и что с него выпадают 8 вещи, что на аукционе появляются 8 вещи. Смысл аукциона заключается в том, что вещь получит тот, кто сделал наивысшую ставку. Здесь может выпасть как первый ранг, так и 8. Выкупать можно за очки обмена. Чтобы получить очки обмена, вы вкладываете в обменник вещи, откуда у вас появляются очки обмена. И потом вы можете соревноваться на аукционе за ту вещь, которая вам надо. Спасибо. До свидания. Скоро услышимся.